Вот гольф четвертый. С неработающим кондиционером. На единичке. Вентилятор не крутится. Компрессор включается. Но когда даем двойку, выключается. Единичка есть. Двойки нет. 4-3. Посмотрим схемку. И сделаем анализ. Так выглядит резистор. Хорошо, что машина не загорелась. Вот так вот получился резистор у меня. Тут сделал отверстие на всякий случай, чтобы дальше не гнило, если вода попадет. И, кстати, это не оригинал. Если бы был бы оригинал, то невозможно было бы сюда припаяться. Провода так выглядят. Припаяться к ним. Вот так вышло.